Едем на экскурсию. Пики гор покрыты туманом. Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездило там шоферов. Мы карабкаемся по горной тропинке к пещере. И вот мы взобрались на первую обзорную точку и любуемся островами и океаном. Оказалось, гораздо удобнее идти по поребрику, нежели по лестнице. Мы опускаемся в бездну пещеры. О-хо-хо! Идем в бездну. Сталактиты, сталагмиты, а я маленький такой. Наверху виднеется Death Bridge, или мост смерти. Это дорога к храму. А вот и сам храм в окружении сталактитов и сталагмитов. А вот и наши путешественники. Луч света в темном царстве.